Всем привет, дорогие зрители! Нашел в районе Кестель две квартиры, 1 плюс 1 одна, а другая 3 плюс 1. 3 плюс 1 квартирка у нас прямая, 250 квадратных метров, с видом на море. Не переключайтесь, двухкомнатная квартира, которую я сейчас буду показывать, 94 квадратных метров брутто. Жилая площадь там 72 квадратных метра. Вот такой бассейн. Здесь в основном проживают преподаватели в университете Аладдина Кейкубата района Кестель. Университет расположен в той стороне, на расстоянии километр. Там есть у нас зона барбекю, вот такой просторный бассейн. Здесь детский бассейн, зонтики, шезлонги присутствуют. Такое вот здание состоит из двух блоков. Проект называется «Терраса», так как у него очень огромная терраса, вы сами увидите. Такой просторный сад в ту сторону направляется. Здесь присутствует фитнес, но не функционирует из-за пандемии. Здесь душевые кабинки сделаны. Каждый хозяин квартиры присматривает за своей квартирой. Там открыта парковка, я покажу с фасады. Вот это второй блок или первый, А, Б. Здесь вот такой коридор, тут зона отдыха, там день рождения кто отмечает, из-за пандемии не функционирует, также детская игровая комната в той стороне. Айдат у этого проекта 300 лир. Вот здесь присутствовал фитнес, но все оборудование убрано. Лифт вместимый 3-4 человека, вот такой коридор. Я сразу сниму четырехкомнатную квартиру, 3 плюс 1, потому что она тут, а другая квартира с левой стороны от меня. Вот такой здесь вход, прихожая. Начну с этой стороны. У нас встроенный такой шкаф. Здесь просторный санузел, встроенный шкаф. Сюда ставится стиральная машинка. Здесь коридор продолжается в ту сторону. Это у нас дополнительная спальня. Здесь где-то 13-14 квадратных метров между ними жилая площадь. Просторная спальня. Идем в хозяйскую спальню. Здесь хозяйская побольше, чем та дополнительная спальня, которая была. Так, здесь у нас санузел хозяйской спальни. Здесь у нас маленький балкон. Вот такой балкон. Вид на соседнее здание. Можно купить мебель, бытовую технику и переезжать жить. Обойдется вам в этой квартире где-то 4000 и выше евро. Я уже здесь снял. Вот такой просторный. Здесь вот такой коридор. Наша еще дополнительная одна спальня просторная. Есть где-то здесь 17-18 квадратных метров. Выход на террасу, на балкон. Сейчас я покажу ее с другой стороны. Она очень огромная. Здесь встроенный шкаф такой. Вот. Здесь огромная отдельная кухня, если вы видите. Где-то есть тоже 18 квадратных метров или 20. Вот такая огромная отдельная кухня. Здесь квадратный метр 18-20-21 максимум. Просторное. Вот такое просторное место для большого холодильника, для большой семьи. Вот здесь окошко. Море видно. Расстояние от этого проекта до моря максимум 370 метров. Пешей ходьбы отмерял по карте Google до воды.
Отсюда также есть выход на террасу, но я туда выйду с гостиной комнаты. И вот наша просторная. Вот просторная гостиная комната этой квартиры. Жилая площадь полностью всей квартиры 205 квадратных метров. Брутто 250. Балкон тоже сейчас увидите, какой просторный. Хочу показать, что крепость Алании видна отсюда. В Кестеле строится вот высокоэтажки максимум 5-этажные. Вид этот у вас никогда не закроется. Вид на море и вид на соседнее здание. Вот это огромный такой балкон. Продолжается в левую сторону. Видите, насколько она большая. Не буду туда идти. Все. Цена этой квартиры 132 500 евро, дорогие зрители. Сейчас я отсниму двухкомнатную квартиру, которая мебелирована. Мебель новая. Пройдемся. Свет сейчас посмотрим, включится. Да, свет включается. Вот на этаже две квартиры с этой стороны и две квартиры с той стороны. Четыре квартиры на этаже. Войдем в квартиру. Здесь вот такая прихожая. Встроенный шкаф. Такой вот платяной. Вот такая прихожая. И с левой стороны у меня спальня. Просторная спальня. Здесь где-то 13-14 квадратных метров жилой площади. Брутто у этой квартиры 94 квадратных метра. Почти как трехкомнатная квартира. Стоит кондиционер Vestel, платяной шкаф. Продается все, как вы видите. Здесь у нас санузел этой квартиры. Вот. Такой вот просторный, не маленький. Здесь покажу. Установлена стиральная машинка. Также здесь, кажется, да, здесь шкафчик. Так, и наша просторная гостиная комната. Вот такая мебель тут. Извиняюсь, не убрана. Проживают арендаторы. Вот. Телевизор большой такой Vestel фирмы. Фиолетовые оценки у мебели. 18 тысяч БТУ у нас кондиционер. Диваны все новые. Вот такая просторная гостиная, совмещенная с кухней. Покажу бытовую технику. Все здесь Vestel. И холодильник, и духовка, и микроволновка, и посудомойка. Ну все, Vestel. Вытяжка также. Вот такая просторная гостиная комната. Выйдем на нашу огромную террасу. Вот. Вот это открытая парковка этого проекта. Вход оттуда. Идете в правую сторону и вниз. Море позади. Здесь сторона у нас север, северо-восток. Та сторона, восточная сторона. Вот это восточная сторона. Вот такая огромная терраса, дорогие зрители. По очень хорошей цене. Которые я сейчас скажу. Море в той стороне. Дорогие зрители, в этом проекте у меня продаются две квартиры. Одна четырехкомнатная, 3 плюс 1. Я уже сказал там цену. И одна вот эта двухкомнатная, почти как трехкомнатная. Кестель элитный район. Кестель ближе к центру. В
Кестеле инфраструктура сильно развивается. Здесь в километром расстоянии есть университет Аладдина Кейкубата имени. Где-то 300-400 метров впереди есть магазин, маркет, торговый центр, то есть MM Migros. Есть маленький маркет, ресторан 14 поблизости и тому подобное. Это центральная часть Кестеля. До моря здесь максимум 370 метров до воды, отмерял по карте Google, как сказал. Средний этаж, третий, пятиэтажки. Цена этой квартиры 65 500 евро, дорогие зрители. Обращайтесь, очень хорошая квартира. Сами оцените, потому что нет таких с таким квадратным метром квартир, двухкомнатных, очень редко. Наверное, впервые я вижу себе 94 квадратных метра квартиру. Все, с вами был мистер Агась. Всем пока-пока.